Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале. Огромное вам спасибо за лайки, за комментарии, за обратную связь. Большое спасибо. Хотела вам сказать еще, что теперь у нас есть, то есть он и был, Инстаграм-канал, где я выкладываю видео, тоже видеорасклады, но они более короткого формата. Видео составляет буквально 7-8 минут, 6 минут. Там 4 варианта и прогноз по 1-2 картам. Такой экспресс-прогноз. Поэтому можете тоже подписываться, переходить, там более короткие такие экспресс-расклады. Сегодня я хочу сделать расклад такой очень простой, но он очень, вопрос такой очень популярный. Да? Что я должна знать здесь сейчас? Вы можете загадать любого человека. Ну, в основном, конечно, я понимаю, что будут смотреть мужчины. Ой, мужчина на мужчину. Будут смотреть женщины. Но все равно посмотрим, вот что покажут карты. Я не буду задавать определенный какой-то вопрос, чего это касается, какой тематики. Вот что покажут. Я вот за что люблю Симбалон, за то, что очень глубокая колода. И она немножечко, ну, вот по-другому раскрывается всегда. Не как карты Таро. Поэтому сейчас я сделаю расклад на тему, что я должна знать здесь сейчас о загаданном человеке. Ну, я буду смотреть в разрезе мужчин. Ну, можете там сами себе переделывать или смотрите на женщину. 5 вариантов будет. Я достану 3 карты. По 3 карты. Скажу, что вы должны знать вот именно здесь сейчас о загадном человеке. Здесь будет первый вариант. Здесь будет второй. Маленькие карты. Непривычно. Третий вариант. Четвертый. И что я должна знать здесь сейчас о загаданном человеке? Пятый вариант. Даю вам минутку. Итак, первый вариант. Я сейчас это уберу. Первый вариант. Что я должна знать здесь сейчас о загаданном человеке? Ну что, могу сказать по первой карте, что спит, скорее всего, человек отдыхает. Шучу. Спящая красавица. Сценарий такой, спящая красавица. Это мечты и фантазии о принце. Что вы должны знать? Что действительно ваш человек, о котором вы думаете, он очень много мечтает, он очень часто живет в нереальном мире, и у него вот живет в фантазиях, в каких-то там фантазиях о чем-то, может быть, о будущем, но очень часто попадает в какие-то иллюзии. Я не хочу сказать, что он там загадный человек какой-то в розовых очках, нет, но вообще карта такая, она неторопливая. Он говорит о том, что лучше, вот, знаете, утро вечером мудренее, и он, в принципе, такой же. Что вы должны знать? Но вы должны понимать, что у этого человека очень много страхов. Каким бы он ни казался большим и сильным, очень важно, у этого человека очень много страхов. И он, как и многие, живет в каких-то определенных иллюзиях, в каких-то определенных страхах. Да, ему очень нужно отдохнуть, да, он очень сейчас находится в очень ограниченном состоянии, а возможно, просто действительно отдыхает. Но также, вот, кстати, у человека может присутствовать страх, что он не успеет что-то сделать, потому что по психологии эта карта означает вообще страх старения, страх стремления сохранить себя, сохранить молодость. Но для мужчин это очень важно в том ключе, когда мужчина боится, что он не успеет что-то сделать, что он пытается чего-то достичь, у него есть определенные, допустим,
планки свои, что, допустим, там, к 30 я там, должен иметь вот это, к 40 я должен иметь вот это, к 50 я хочу вот это. И он очень сильно мечтает, очень глубоко, часто, долго. Он очень много мечтает об этом и живет в этом. И он очень привязан, он очень, потому что здесь еще карта привязки. Он очень привязан к своим вот этим вот мыслям. Здесь еще карта привязки, она так и называется. Привязка — это попытка удержать отношения. Вы к этому человеку на самом деле очень сильно привязаны, надо научиться его отпускать. Человек очень глубокий, между вами очень глубокая связь, потому что Будда всегда говорит о том, что между вами есть кармическая связь, есть какая-то высокодуховная связь, и вы что-то прорабатываете. Но тоже торопиться он не будет. Во-первых, с одной стороны, он боится, что он не успеет исполнить все свои мечты, да? А с другой стороны, он пытается что-то делать, но он ограничен. Он ограничен и, ну, очень часто может, конечно, отличаться его реальная жизнь от фантазийной, потому что может еще, знаете, вот человек как вокруг себя создает определенный образ, но не то, что он хочет казаться кем-то другим, а он реально живет в подсознании в другом образе. Он верит, он вот, у него смешивается реальность и то, о чем он мечтает. Мужчинам это тоже очень, кстати, свойственно, потому что все они верят и в подсознание, и в трансерфинг, и многие эти вещи. Безумная между вами сильная привязка, плюс у него еще страх материальных потерь. Но однозначно между вами есть очень серьезная связь. По Будде он очень часто будет погружаться в себя, он будет погружаться в свои грезы, в свои мечты, потому что карты очень похожи. Не дергайте его сейчас. Сейчас ему действительно очень важно подумать, побыть. Вот такой вот сам по себе человек должен какое-то время вот оставаться какое-то долгое время в нирване. Она ему нужна, потому что он занимается своими планами на будущее, и ему необходимо. Вот если он как-то от вас закрывается, если он с вами не общается, если он вам не пишет, он действительно вот сейчас занимается этим мыслительным процессом. Да, он будет погружен в себя какое-то время, но это действительно очень хороший период для того, чтобы что-то осознать. Осознать ценности, потому что тоже привязка к материальному, осознать именно духовные. Карты совершенно противоположны. Духовная карта и материальная карта. Карта духовного просветления, медитации глубокой, какого-то духовного поиска и материальной привязки. Действительно, вот та ситуация, в которой он сейчас находится, загаданный человек, она очень способствует духовному его развитию. Она ему необходима, действительно необходима, потому что это такой период для его внутренних и для его внешних изменений. Вот нужно подвести итоги, нужно составить планы на будущее. Поэтому человек может закрываться, может как-то пропадать на какое-то время. И все, что касается ваших отношений. Да, у вас есть определенное родство душ, у вас очень глубокая внутренняя связь, вы духовно, может быть, вы совершенно разные в социальном статусе, но у вас есть очень глубокая духовная такая общность. Вот вы ее чувствуете, поэтому у вас безумная привязка к этому человеку. Но в любом случае в ваших отношениях все равно каждый будет заниматься своим делом. Это неплохо и нехорошо, это просто говорит о том, что в ваших отношениях каждый погружен в сам себя. Ну, вот на данный период. И это так должно быть. Он переживает такой определенный период в своей жизни. Нужно просто принять эту ситуацию и не пытаться изменить эту ситуацию, а просто как-то следует изменить свое отношение к этой ситуации. Вообще, по этой карте всегда я люблю говорить: расслабься и получай удовольствие. Вот отдайся волнам судьбы, которые тебя несут, сосредоточься вот на самой там себе, на самом себе, и займись ничего не деланием. Вот у него может быть сейчас такое состояние, но оно ему необходимо для внутреннего духовного роста. И вот эта карта привязка, как я уже сказала, она очень часто является препятствием. Она очень материальная, и она является препятствием вот в развитии человека. Он может быть сейчас очень сильно сконцентрирован на том, чтобы заработать деньги на каких-то материальных вещах, на каких-то таких серьезных материальных аспектах, но оно все равно не принесет ему никакого удовольствия. Да, он будет думать о каком-то накоплении, да, он будет думать о каких-то запасах, но здесь все равно человеку нужно понять по этим духовным картам, что все-таки для него важнее — работа, да, либо отношения. И еще могу тут порадовать вас. Однозначно вы должны знать, что если вы смотрите на отношения, если смотрите на любимого человека,
Эта карта всегда говорит о том, что у человека присутствует страх потери. Он очень боится вас потерять. И часто очень может быть зависимость, и у вас может быть зависимость от этого человека в плане страха потерять этого человека. Прям зависит, вы боитесь, вы пытаетесь сохранить эти отношения любой ценой. Но она такая, она дуальная. И я могу сказать, что у него такой же страх будет присутствовать. В большей мере, в большей степени, в меньшей степени, я не знаю, но однозначно по этой карте у него всегда будет зависимость от вас. Может быть, вы и даны друг другу по духовной карте, по Будде, для того, чтобы этого человека привести как к духовности, дать ему понять какие-то духовные ценности, осознать духовные ценности, которые, может быть, он раньше как-то не обращал на это внимания. Но это, в принципе, основные аспекты, которые вы должны знать сейчас, вот здесь, сейчас, о человеке, которого вы загадали. Второй вариант. Что вы должны знать сейчас? Ой, что-то плоховато ему совсем. Плохо себя чувствует. Хочет сбежать от одной жизни в другую. Хочет пойти новой жизни, новым путем. Он сейчас задумывается о том, чтобы оставить что-то в прошлом и идти в будущее. Потому что у человека... Это карта цепей. Это карта какого-то, может быть, каких-то уз, какого-то брака, либо вообще каких-то связывающих обстоятельств, по которым он должен быть с кем-то сейчас. Ведь там дьявол за спиной часто на привороты указывает. И человек хочет вырваться, человек хочет бежать в новую жизнь, человек, потому что, видите, тут это такая карта судьбы, когда придется новая нить судьбы, он хочет идти в новую жизнь, он не знает как. Он готов совершать этот квантовый прыжок, он готов совершать этот действительно прыжок в будущее, но пока, видимо, не знает как, но вы должны знать, что он думает об этом. Для него сейчас это очень важно. Человек сейчас может находиться в каких-то очень сложных, зависимых отношениях, где, в принципе, ну, здесь либо основано на каком-то магическом воздействии, либо есть какие-то третьи силы, традиции, может быть, какой-то компромат, может быть, какие-то обязательства. Но в любом случае в этих отношениях отсутствует духовное начало. И человек, возможно, не самостоятельен. Вот не в том смысле, что он не умеет двигаться, да, а действительно есть либо приворот, либо есть какой-то, который соединил партнеров, да, либо один из партнеров порабощает другого, воздействует на его волю, воздействует на его выбор, не дает ему нормально двигаться, не дает ему у человека отсутствует, другими словами, у человека отсутствует право выбора. И разрыв этих цепей, он принесет освобождение. Он, видите, он как этот шут, он хочет прыгать в новое, он готов через пропасть лететь, потому что это ему его уже тяготит. Он находится в напряжении, он это понимает, он это осознает. Вообще это потеря души, потеря осознанности, потеря собственного «я». И у человека должно быть в данный момент быть вот это вот страстное желание освободиться. Поэтому, ну вот, и любой ценой он хочет прыгнуть, он хочет идти в новую жизнь. Это действительно квантовый скачок такой, так называется квантовый скачок, когда человек прыгает куда-то вот резко, он хочет изменить, он хочет обрубить. Ну вот почему не делает, не знаю. Но вы должны понимать, что он хочет, он думает, он реально задумывается над этим. Часто еще говорит о том, что человек как... Ну, понятно, что он от этой карты, когда человек бежит, то понятно, что вынуждает его вот эта зависимость, вынуждает его эти сковывающие обстоятельства. Потому что очень часто по этой карте бывает, ну как, он же не по собственной воле прыгает, его до такой степени уже довели, либо он до такой степени дошел до какого-то состояния, что он готов прыгать через пропасть. Причем есть опасность разбиться, это очень резкий скачок. Возможно, у человека может быть нервный срыв, но он готов идти в новое, он готов открывать для себя перспективу, он уже задумывается. И да, это не Феникс, не так болезненно, как Феникс, там человек сгорает, выходит там из пепла, возрождается. Но это тоже, это страх, это может быть часто очень проходит, когда у человека реально случается истерика, нервный срыв, скандал, когда все, я больше не могу, я ухожу, все, я не хочу. Но это такой качественный прорыв, он нужен. Он принесет ему плоды, очень хорошие плоды, и принесет такой прорыв, жизненный прорыв. Она всегда является сигнификатором того, что время пришло. Время пришло решиться на кардинальные перемены. С чем эти перемены? Чаще всего, конечно, когда человек решается на какой-то развод, либо когда человек решается уйти из каких-то отношений, либо порвать какую-то связь. Она может касаться, ну, чаще, конечно, всего это отношения, да, может быть и контракты какие-то.
Но человек принимает решение, он понимает, он чувствует, чувствует интуицией, сердцем, душой, что пора, есть, вот нужно идти от этих сковывающих обстоятельств, от этих цепей, бежать и идти в новую жизнь. Нужно, потому что нужно идти на радикальные перемены, скорее всего, он решится на это в ближайшем будущем. Почему я говорю, что он решится? Потому что вот эта вот богиня Мойра, это дочь Зевса и Фемиды, богиня человеческой судьбы, потому что у него уже начала формироваться новая судьба. Она уже придет новую судьбу. То есть у него в мироздании уже вот формируется новое. То есть человек принимает решение, и его судьба поворачивается в другую сторону. Решение, скорее всего, уже принял, либо принят в ближайшем будущем. И по этой карте всегда надо говорить, ну, она говорит о том, что нужно принять судьбу, принять свой путь, что в этом не будет ничего. Ну, это карта вообще судьбы, и нужно следовать судьбе. Но если человек сейчас сделает какой-то важный шаг, он вырвется из каких-то тяжелых уз, которые его ограничивают, он пойдет по своей судьбе. Потому что сейчас, скорее всего, он идет, если приворот, допустим, был какой-то сделан, человек живет не своей судьбой. А нужно следовать своей судьбой, идти по своей линии жизни, которая вот ему придет Мойра. Ну, тоже, видите, такая карта очень интересная, она очень глубокая на самом деле. У нее в руках и пряжа, и нить, и у нее еще на коленях лежат ножницы. То есть она такая, вот это прям действительно карта судьбы. Она может ее прийти, а может взять и обрезать. То есть и в какой-то момент все изменить и поменять. Судьбоносная карта, все идет по судьбе, все так, идет так, как оно должно идти. Если смотрите на любимого человека, то тоже как бы говорит о том всегда, что человек вам по судьбе, это ваша судьба. И другими словами, чего быть-то, того не миновать. Если он решится на этот квантовый скачок, то будет действительно изменение к лучшему. Человек начнет жить свою судьбу, он пойдет по своей судьбе. Либо к своей судьбе. Третий вариант. Что вы должны знать об этом человеке здесь и сейчас? Ему очень тяжело. Ой-ой-ой, человек устал. Он устал быть... Смотрите, видите? Ну, понятно, карта тяжести. А здесь он устал играть роль короля. Видите, он это актер, там сидят зрители в зале. А он просто исполняет роль. Он может исполнять просто роль мужа, исполнять роль какого-то любовника. Или вообще просто играть по чьим-то правилам. Он устал, он не может оттянуть. Для него уже сильная нож, он устал притворяться. Он хочет жить своей жизнью. Он хочет, пусть она будет тяжелая, пусть вот, но она будет его. Потому что действительно он понимает, что это вообще король, который упал с трона. Ну, что он не тот человек, кем он пытается быть. И он, тут видите, шут уже показывает ему в зеркале, кто ты вообще на самом деле есть. Ну, кого ты из себя строишь. Ему действительно тяжело. Он хочет идти своей жизнью, он хочет идти своим путем. Пусть он будет тяжелый, пусть он будет не тот, который, ну, намного не такой красочный, да, как вот в театре, как на сцене. Потому что, ну, человек занимает не свое место, находится не на своем месте, не с теми людьми, живет не своей жизнью. Тяжелая карта, тяжелых перемен, тоже карта судьбы, но когда мы должны пройти определенный кармический урок, здесь Сатурн и Солнце, сама личность, то есть то, что та ситуация, в которой сейчас оказался человек, она ему по судьбе, она ему идет как кармическое наказание. И если сейчас ему сложно, он должен сам. Потому что, видите, три карты Солнца. Солнце — это собственное я человека. Видите? Солнце в Овне. Все три карты — карты личности. Только единственное, здесь кармический урок он прорабатывает, Сатурн, здесь он прорабатывает его мыслительный процесс, его восприятие мира, да, по Меркурию в Близнецах, свобода мысли. А здесь он должен решиться на какие-то действия, потому что здесь уже Марс. Но вообще карта личности. У человека сложности сейчас с собственным я, с собственным жизнью. И он реально переживает, осознает, кто я, что я, куда я живу, куда я иду и чью жизнь я проживаю. Очень тяжелая карта. Карта такая самонаказание. Чувство вины. Это кармическая отработка. Еще такое, знаете, называется прям сизифов труд. Есть такое выражение. Сизиф он в древнегреческой мифологии был сыном повелителя ветров. И когда он уже умер,
У него было такое наказание после смерти. Его принудили в Аиде вкатывать на гору тяжелый камень. И вот когда он почти доходил до самой вершины, этот камень всегда катился, срывался, катился вниз. И он, ему надо было это делать заново. Но такое у него было наказание кармическое вот уже в царстве Аида. И отсюда вот это вот выражение «Сизиф труд». Ну, оно редко используется, но оно есть, да? Это такие бесконечные муки. Вроде бы человек поднимается, поднимается, поднимается и опять падает. И опять вот, и вот он занимается безрезультативной работой. И еще при этом испытывает чувство вины, потому что он понимает и осознает, за что ему это. А почему? Потому что человек живет не своей жизнью. Он не может расслабиться ни на минуту. Он играет какую-то роль. У него, он одевает маску счастья, одевает маску величия, что он король, что у него все замечательно, все это хорошо, да. Очень часто человек грузит себя чужими проблемами. Он живет не своей жизнью, живет чужой. Он решает чужие проблемы, чужие заботы, он всем помогает. Он не живет собой, он не может. Вот человек живет с чувством, он не может сам себя реализовать. Вот он вроде бы по совести себя нагружает, потому что он должен тому, 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 а своей жизнью не живет. Причем этот груз он вешает сам на себя, его никто не заставляет. И он живет в этом тягостном состоянии. Почему? Потому что живет не своей жизнью. Карта актера. Нужно жить хотя бы вот. Знаете, когда вот люди живут в семьях, никто никого не любит, все спят по разным комнатам, все друг другу изменяют, но все равно продолжают жить вместе и создают для общества, для родственников, для всех остальных картину благополучной семьи. Либо это может точно так же общий вариант, либо это может касаться еще и его рабочей ситуации, либо отношений с родственниками, с чем угодно. Но ему тяжело, и он сам реально осознает, что он не король, что вот действительно уже, ну, сам уже дошел до смешного, ему прям вот уже обидно за себя, что он сам загнал себя в такую ситуацию. И часто даже если человек находится в отношениях, эти отношения он тянет как крест. Вот он считает, все, вот женился, живу. Либо там обязался нести этот крест, я пообещал, я это выполню. Вот это мой крест, и я его несу. Но это как-то наказание. Это наказание. Он может это делать в силу привычки. Он может делать в силу упрямства. Он может делать в силу, вот как я говорю, мнения родственников. Вот взялся, тащи называется. А что ты из этого ничего не испытываешь и не понимаешь, ну... Зачем ты это делаешь, это уже другой вопрос. Вот у него сейчас приходит по третьему варианту осознание, для чего, для себя ли я живу. Последняя карта, она так и называется, карта падения с трона, либо карта падения. Он боится этого, он понимает, что он себя загоняет, что, не дай бог, с ним что-то случится, да, никто же не поможет. И по этой карте у человека всегда приходит выявление истинного положения вещей. Да, оно шокирующее, оно не укладывается вот в привычные рамки, но он как осознает свою предыдущую жизнь и понимает, что я делаю, куда я, как я вообще живу. Вообще карта очень сильно касается его самооценки, его собственных действий, но он очень боится того, что... Либо, ну вот если касается работы, то это может касаться того, что человек боится, что его переведут на более низкую должность, либо он как-то упадет в статусе. А про отношения точно так же. Вот когда человек начинает видеть худшие черты, причем в каких-то отношениях он находится, либо у человека начинаются какие-то новые отношения, и он начинает сравнивать и понимать, ну, конечно, не очень хорошо, когда люди сравнивают партнеров, но начинает осознавать какие-то лучшие и худшие черты в людях. И в первую очередь в себе. Вот в отношениях каких-то определенных он начинает осознавать свои какие-то минусы. Причем какие-то черты, которые он даже не предполагал, что они у него есть. Но тоже это тоже такой страх. Страх от чего-то не потянуть, страх с чем-то не справиться. И даже не знаю, как сказать. Да, конечно, самокритика какой-то, может быть, излишний самоконтроль. Но здесь тоже есть страх, что он рано или поздно, если он будет в таком ритме, он просто упадет, ну вот, и ничего не... Вот если он реально вот как-то у него либо в должности понизит, либо он не справится, либо он не потянет там одну, вторую, либо семью не потянет, никто не поможет. И создавать все время вокруг себя образ успешного человека тоже тяжело. Вот здесь у него пришло такое осознание, что действительно нужно жить своей жизнью, не создавать образ успешного человека, что у него все хорошо, потому что он тоже человек, у него тоже есть трудности, ему тоже тяжело. Четвертый вариант.
Ну что, четвертый вариант. Здесь такая, ну, во-первых, это марионетка. Ну, Барби. Барби. Красивая внешность и абсолютно пустая голова. Вообще, это манипуляции. Это объект манипулирования в чьих-то руках. Здесь у человека какие-то просыпаются высокодуховные, потому что есть карта пастыря и карта... Ну, все две духовные карты такие. Когда человек хочет заботиться о других, когда человек действительно хочет исповедаться за свои грехи и идти в другую совершенно жизнь. Как устал быть марионеткой. Либо такое ощущение, что он как он попал, вот загаданный человек по четвертому варианту, попал под влияние кого-то, может быть, из-за своей инфантильности, может быть, из-за какой-то своей ошибки. Но сейчас он очень сильно подвержен этому манипулированию, он не может двигаться, он не может нормально что-то делать, он не живет своей жизнью. Возможно, был какой-то материальный мотив, возможно, был какой-то сексуальный мотив. В любом случае, он сейчас, что вы должны о нем знать, что он полностью подчиняется чужой воле. Кто-то дергает его за ниточки, кто дергает, неизвестно, да, тут не видно. Вам, наверное, вы сами будете знать, кто им манипулирует. Но человек не живет своей жизнью, причем это не то, что там вот актер, который понимает, что он играет роль какую-то, да, а здесь он даже не понимает, кто на него как воздействует, вот ему он подстраивается под всех, его куда потянули-то, вот руку подняли, за ниточку дернули, он ее поднял, ничего не может сделать, если окружение будет навязывать какую-то волю, ну, может быть, не открыто. И вовлекать его будут в какие-то грязные игры, и вовлекать его будут в какие-то непонятные истории, и он ничего не может сделать, потому что он как-то зависит. Может быть, материальный аспект, может быть, просто человек вот когда-то не захотел брать ответственность, и сейчас просто как кукла чья-то. Но сложная очень карта такая. А здесь как помощь, здесь, ну, двояко. Либо он хочет попросить помощи действительно у этого пастыря, потому что карта помощи, карта благодетеля. Либо он, ну, скорее всего, так, потому что он хочет, ну, буквально на ручке, вот быть этой овечкой, на ручке к этому пастырю, потому что человек устал, ему нужна помощь. Ему нужна помощь, ему нужна какая-то духовная помощь, ему нужно какое-то очищение, ему нужно какое-то вот возрождение, потому что он устал жить не своей жизнью, он устал, что его все дергают. Он устал выполнять чужие указания, он устал жить по чужим правилам. Если смотрите на отношения, то человек может находиться во внешне благополучных отношениях, но люди живут без чувств, допустим, без какой-то искренности. Ну, вот друг друга дергают, манипулируют, ты мне должен, я тебе должен, такое взаимное манипулирование. Либо это еще может говорить о том, что человек, допустим, по этой карте очень часто человек внешне один, а внутри совершенно другой. То есть он внешне может быть очень сексуальным, внешне он может быть очень брутальным, внешне он может быть очень харизматичным, а внутри он совершенно хороший, домашний, такой пушистый, дивана там, подушка одеяльная. Но не может он проявить свою индивидуальность, потому что, ну, не может. Он как находится в какой-то чьей-то большой игре, и, ну, вот, даже, он даже не то, что свою роль играет, он это не карта актера, где человек играет, а выполняет чьи-то манипуляции. Здесь ему необходима помощь. И помощь такая серьезная. Потому что карта такого доброго пастыря, вот такой добрый пастырь должен прийти и должен ему помочь. Конечно, у него может быть желание помогать, но по этой карте я не могу сказать, что это он хочет помогать. Это карта такая, когда, мне кажется, больше ему нужна помощь. Какая-то искренняя забота, жалость, возможно, излишняя опека. Но, да, есть опасность. Возможно, он и попал в такую, кстати, зависимость. Через кто-то там так его хорошо жалел, кто-то прям так столько заботы ему оказывал, что он прям стал вот этой вот белой овечкой в руках этого пастыря. Может и так, потому что, в принципе, если духовно рассматривать эту карту, это такой грех гордыни, да? Тоже, может быть, человек вот из-за своей этой гордыни мог попасть вот в эти манипуляции. Но не живет своей жизнью однозначно, ему сложно, ему нужна помощь. Он хотел бы с кем-то поговорить, он хотел бы все это рассказать. Ой, ну, не знаю, может быть, боится в этом признаться, но ему нужна забота. Должен кто-то за него взять ответственность, должен кто-то как-то ему помочь. Ну, не знаю, какая у вас там ситуация. Но это вообще вот карта поддержки, карта заботы. О близких, о любимых людях.
Потом бы он расслабился, все бы рассказал, потому что он действительно хочет рассказать о той ситуации, в которую он попал. Потому что последняя карта на итог, карта все-таки исповеди. Исповедь — это всегда тяжело, это всегда какое-то бремя, это когда всегда какая-то тяжелая ноша на душе, которую нужно рассказать. Ему нужно помнить, действительно, чтобы в чем-то признаться, потому что это тяжелое бремя. Ему нужно высказаться, не держать в себе. Ему уже как это, ну, мешает, да? Возможно, вот вы можете быть в роли того человека, которому он должен как-то исповедаться. Но это осознанное такое отпускание тяжелого времени. Возможно, да, он вынашивает что-то. Возможно, какая-то информация, которая вот она его уже как тяготит, он уже не может быть носителем этой информации. Возможно, он хранит какую-то тайну, которую лучше не знать. Но, не знаю, на отношения, конечно, очень сложно. Здесь нужно довериться. Если смотрите на отношения, то по этой карте всегда требуется доверительное отношение. Вот ему нужен партнер, которому можно довериться. Который, вот, карта такая полного принятия. Когда вы примете этого человека со всеми его ошибками, со всеми его грехами, со всеми, не знаю, тараканами, и вы просто будете слушать, да, без всяких вот высказываний, всяких догм, без всяких там каких-то, без всякой критики. Вот он придет, вам расскажет, что он накосячил где-то, а вы просто выслушаете, ну и простите, потому что, ну как поймете, называется понять и простить. Может, даже придет и скажет: я запутался, я был марионеткой в чужих руках, да, меня там вот, я ничего не мог сделать, мне нужна твоя помощь, я хочу сознаться, пожалуйста, выслушай, не осуждай меня. Возможно, это такая ситуация, потому что, ну, тяжелая карта, карта тяжелого времени, карта исповеди. Ну, прям вот как наболело, ему хочется это рассказать, потому что информацию, которую он носит, она его разрушает. Она не дает ему вот расширяться, не дает ему расти, идти дальше. Тяжелый такой вариант, очень такой духовный, тяжелый. Человеку нужна реально такая хорошая психологическая помощь, помощь друга. Пятый вариант. Называется «тем, чем дальше, тем мы любим друг друга больше». Есть вот принц и принцесса, они стоят на разных берегах. Карта любви. Пятый вариант здесь о любви. Чем дальше вы друг от друга, тем чувства у вас будут... Карта очень светлая, карта очень нежная, карта очень хорошая. Это карта влюбленных, двух влюбленных, которые разделяет бурная река. Но чем дальше друг от друга они находятся, тем чувства у них сильнее и сильнее. Тут больше такие фантазии прям бурлят, прям вообще отношения бурлят. Здесь Венера в весах, хочется общаться, хочется разговаривать, хочется быть вместе. Здесь как пятый вариант, здесь будет про любовь, совершенно про любовь. Но если даже про какую-то другую тематику, то если, допустим, смотрели не на любовную тему, то это называется, чем легче вы к этому будете относиться, чем легче вы будете принимать две стороны, тем быстрее вы найдете общий контакт, да, потому что здесь две стороны медали, мужчина и женщина, две половинки, должны научиться друг друга принимать. Здесь Луна в Раке, а здесь Солнце в Овне. Женщина и мужчина, да. Поэтому инь и янь. А вообще, конечно, больше здесь проигрываются отношения. Здесь нужна какая-то легкость, здесь не нужно страдать, здесь нужно просто принять человека таким, какой он есть. И если вы сейчас находитесь на расстоянии, у мужчины чувства идут по нарастающей. Он еще сильнее к вам привязывается, он еще сильнее как-то вас по-новому узнает. Такая милая карта, карта мечтаний, карта иллюзий. Вы ему снитесь, он о вас думает, он ждет вас как чудо. Это вообще карта чуда. Карта таких вот молодых, ну, юношей, то есть, вернее, молодой девушки, молодого юноши, которые живут в ожидании. Это карта романтичная, это карта влюбленности, это карта... Ой, даже не знаю. Ну, что такое может быть, как это вечный принц, вечная принцесса, но она очень хорошая. Это вот когда люди полностью поглощены своими отношениями, и они могут потерять голову, они не могут друг от друга оторваться. И, как я уже сказала, чем дальше вы друг от друга, тем крепче любовь. Он мечтает о вас, он думает о вас, он действительно вот фантазирует, какие-то планы строит. Но карта очень хорошая, и любое расстояние, которое, оно усиливает. Вы должны знать, что человек думает о вас, он мечтает о вас, и он ждет встречи с вами, и чувства у него растут к вам. Причем тут, видите, шут находится между такими серьезными картами. Шут всегда говорит, да, эта карта очень такая экстравагантная, эта карта такая эксцентричная,
это карта перемен, это карта независимости. Она будет говорить о том, что вы находитесь, как, скорее всего, в таких отношениях, которые, ну, как бы либо общество не принимает, да, либо они нетрадиционные, либо, может быть, достаточно свободные, свободно от обязательств, либо такие непостоянные, но это как бы вам не мешает быть вместе. Это карта, которая говорит, что никогда у вас застоя в отношениях не будет, у вас всегда никогда не будет ни застоя, ни рутины, ни вот этой бытовухи, потому что постоянства там тоже никогда не будет, потому что вы умеете друг друга принимать такими, как есть. Женщина и женщина — две половинки, инь-янь. Вы не пытаетесь друг друга изменить. Это очень хорошо. Вы должны знать, это значит, что ваш партнер не будет вас менять. Он, да, с ним никогда не будет стабильности, но вам это, скорее всего, даже и как бы на руку. Вы готовы к этим отношениям, потому что они такие, они как на пороховой бочке всегда. Но очень, может быть, как отказ от каких-то традиций, может быть, вот такая очень свободная карта. Она сумасшедшая, свободная. Вот люди готовы идти вперед, в будущее, несмотря на молнии, там, вообще, куда глаза глядят. Почему? Потому что он принимает вас такой, какая вы есть, а вы принимаете его таким, какой он есть. И вы должны это принять, вы должны понять, что даже если он какой-то легкий, сумасшедший, да, такой он есть. Вот примите и все, вот примите его, он свободный. И каждый, вот вы должны идти своим путем, если вы в паре, если вас все устраивает, идите своим путем. Да, он отличается от традиционного, но это ваш путь. Да, он ни к чему не привязывается, такие отношения, возможно, у вас отношения на расстоянии, возможно, никто вас не понимает, но у вас чувства. Здесь, конечно, карта такая, да, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, но, как даже сказать вам, просто если вы будете очень часто вместе, у вас она будет проигрываться как несовместимость, да. Вам хорошо быть в этих легких отношениях, вам хорошо быть постоянно на расстоянии, потому что у вас союз разных миров. У вас союз совершенно вот мужчина-мужчина, женщина-мужчина различные. Вы совершенно различные, но вы можете быть вместе, потому что вы на расстоянии, потому что вы легко относитесь, потому что это реально союз разных миров. Причем вы можете существовать вместе. И вы, скорее всего, существуете вместе, потому что вы умеете сохранять свой собственный мир. И что вы должны знать об этом человеке, что, допустим, вот он у вас такой специфический, да, он такой волнообразный, он такой нестабильный, у него такое свое собственное мнение, он имеет право на такую особенность. Вот либо вы его принимаете, если он хочет быть с вами на расстоянии, будьте с ним на расстоянии. Но по этой карте нужно дать мужчине реализовать мужское, а женщине дать реализовать женское. Потому что это два начала, мужское начало и женское начало. Да, у вас большая разница в видении мира, может быть, разница в вере, может быть, разница в взглядах на жизнь, но он вам для чего-то дан, он дан вам для того, чтобы вы познали эту легкость, эту свободу и приняли человека таким, какой он есть. Вот это вы должны знать. Первая карта очень хорошая, первая карта чувств на расстоянии, карта влюбленности, карта вот таких вот летающих в облаках юноши, принцессы и принца. Поэтому вот такой он есть. Вот вы должны знать об этом человеке, то, что он такой легкий. И либо вы его принимаете, и у вас все замечательно, либо вы не принимаете и идете в новую жизнь. Но вы должны знать, что он такой особенный. Если у вас будут отношения, то это будут особенные отношения, которые никто понимать не будет. Но вы, скорее всего, будете счастливы в этих отношениях. Но только в том случае, если вы действительно примете его видение мира. Такие вот варианты. Всего вам доброго, до новых раскладов, до новых встреч. И тоже жду вас на канале Инстаграм. Всего доброго, до свидания.